Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – на сколько больше, на сколько меньше. Давайте посмотрим. В первом ряду у нас лежат квадраты. Посчитаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду лежат круги. Посчитаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нам нужно узнать, чего больше. А для этого фигуры нужно сложить парами. Один квадрат, один круг. Когда мы их сложим парами, то мы увидим, что два круга осталось без пары. Это говорит о том, что кругов больше на 2, чем квадратов. А о квадратах можно сказать, что их меньше на 2, чем кругов. Когда говорят о предметах больше или меньше, значит, их сравнивают. Сравнивать можно самые различные предметы. И для того, чтобы узнать, чего больше или чего меньше, нужно наложить предметы друг на друга или сложить их парами. Сегодня на уроке мы будем учиться решать задачи на сравнение, которым можно поставить вопросы на сколько больше или на сколько меньше. Давайте посмотрим дальше. Здесь мы с вами видим три треугольника и 7 квадратов. Нам нужно сравнить, на сколько квадратов больше, чем треугольников. Если мы квадраты с треугольниками поставим парами, то увидим, что у нас осталось без пары 4 квадрата. Это значит, квадратов на 4 больше, чем треугольников, а треугольников на 4 меньше, чем квадратов. Итак, для того, чтобы узнать, на сколько, мы должны убрать, зачеркнуть, закрыть те квадраты, которые находятся парами с треугольниками. То есть мы должны из 7 вычесть 3, и это получится 4. Значит, квадратов на 4 больше, чем треугольников, а треугольников на 4 меньше, чем квадратов. Итак, давайте подумаем, какое действие мы выполнили, когда убрали квадраты, которые составили пары с треугольниками. Раз мы их убрали, зачеркнули, значит, мы выполнили действие вычитания. Из этого мы можем сделать вывод. Для того, чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше, чем другое, нужно использовать вычитание. Нужно из большего числа вычесть меньшее. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.